Всем привет, друзья, с вами ММА, сегодня заценим вместе с вами Бравл Толк. Сегодня будет много чего интересного, правда, сразу скажу, один очень жесткий нюанс, я пока там не разобрался, как все это делается, и поэтому я сейчас на данный момент не считаю того, что я являюсь, так сказать, членом команды Бравл Старс. Я все-таки все это записываю сейчас, как обычный ютубер, просто с ютуба, потому что, блин, есть нюансы, я немного не разобрался, там еще пока теряюсь, но это все поправим, так что вы обязательно подписывайтесь на канал, потому что вся интересная инфа по-любому будет заранее здесь. Погнали! Это комьюнити-менеджер Райан, это Фрэнк, как вы знаете, ребята. Фрэнка я доканывал, когда был стрим у Арка, я ему аплодил. Почему ты меня игноришь? Он обещал со мной поиграть, но, к сожалению, он в игре сказал, напиши мне в Дискорде. Но потом выяснил, что Дискорд, он не всегда чекает. Но я, Фрэнк, тебя еще поймаю в игре, и мы с тобой сыграем. Ты никуда не денешься. Но я не говорю, что против друг друга, а вместе, чтобы вам запилить такой ролик. Я его обещал, но вот пока не могу выловить Фрэнка. Поздравляют нас Новым годом и Лунным Новым годом. А это значит, что по-любому будет новая карта, да. Но не новая карта, а новый тип карт. Это как было с кораблем, как был городской тип, пляжный тип, все это. Новые скины, новый бравлер. Аркада. Ну, это территорию, походу, дадут биту. Значит, у бита по-любому будет скинчик. Ну да, все это происходит, так сказать, новолуние, Новый год. И вот он, ребята, вот он новый бравлер, мистер Пи. Блин, пингвинчик прикольный. Запуск пули, которая крутится вокруг немного и попадает по всем остальным, да. Ну, как... Не знаю, как какой-то, знаете, мяч-каучук, который, блин, в рандомную сторону отлетает, но здесь он еще и возвращается, как бумеранг. Окей. Фрэнк рассказывает про ульту, но прикол в том, что ульту так и не показали, ребят. Какие-то маленькие пингвинчики, которые нападают на всех, но сейчас я вижу, что круг вот он здесь, и он до сих пор не потрачен. Так что, блин, когда будет возможность, обязательно заценим это. Что он вообще там творит? Вау, агент Пи, ребята, просто зацените этот скин. Это же просто Джеймс Бонд. Офигеть, я бы такой скин по-любому куплю, если мне его не подарят. Хотя, возможно, что подарит, но если не подарит, то я его по-любому куплю. Окей, новый аркад, новые скины. Биби, героиня. Блин, прикольно. Вот этот скин, ребята, это вообще пушка. Просто посмотрите на него. Блин, уличный ниндзя. Точнее, уличная ниндзя Тара. Блин, офигеть, вообще крутой. И даже затяжка, посмотрите, какая затяжка офигенна. А по карточкам, ну они такие тоже синие. Блин, офигенный скин. И бит, блин. Бит, блин, это вообще просто пушка, просто гляньте на этот вирус. Он мне напоминает вирус, который жучки были из мультика Ральф, потому что у меня есть малая, я смотрел все эти мультики, и реально даже как-то смахивает прям на него, прям очень похож. Вредноносный ПО, это особенно вторая часть, там тоже такой чел был. Окей, День Святого Валентина, для Пайпер что-то будет интересненькое, походу скинчик. Вот насчет этого, да, все печально, это все, что происходит в Австралии, и они решили запустить скин, и походу, да, все там собранные средства, либо какая-то часть пойдет чисто на поддержку этой. Ну да, несколько первых месяцев, да, все пойдет, так что купим, поддержим по-любому. Трофейное путешествие улучшили, да, окей. Окей, значит, не показываешь. А, нет, вот, 1000. Ну все, я понял. Ну, короче, если мы его закончили, то будет халява. Как обычно будет халява. Ну и вот я о чем говорил, что Стар и Босс Хант. А, охота. Ну, короче, ребят, прощайте эти режимчики. Видать, уже все, они себя изжили и особо популярность не собрали. Ну а теперь они рассказывают про чемпионат, который будет сегодня. Так что, ребят,
сегодня по-любому приходите на стримчанский, потому что я буду вести там свой турнир Bluestacks, но еще и буду играть. Это будет просто весело, будем совмещать, будет очень интересно. Так что по-любому приходите на мой стрим, сегодня будет весело. Ну, они рассказывают, что, блин, очень много отобрались, ребят. 21 126 игроков, которые получили 15 побед и получили право пройти на следующий этап. Но сегодня у нас в Европе останется только 32 команды, которые будут... Ну, не 30... А, да. Там, не 32, там, по-моему, 32 раунд будет. Это, может быть, команд 8, может, чуть больше. Я могу ошибаться, но, короче, сегодня много команд отлетит. И, возможно, если мы будем играть плохо, то тоже отлетим. Но, как обычно, ребят, будем стараться играть по максимуму. За проблемы, потому что в следующем месяце будут улучшения. Окей, в общем. Еще, ребята, новый режим. Просто гляньте. Горячая зона. Короче, появляются какие-то шары. Наверное, они обжигают бравлеры там, где ты находишься, и тебе нужно менять местоположение, хотя... Ну что, да? В общем, это не важно, пока не особо понятно, но, как вы понимаете, по-любому об этом знать будут не все прям сразу, но... Так что следите за каналом, ребят, чтобы увидеть это одним из первых. Длинное видео, базара нет. Получается 3 минутки плюс. Не забывайте, да, подписываться на официальный канал, чтобы все это увидеть. Ну реально, до этого всегда было там минутка, 40 секунд, 50, ну чуть больше. Сейчас реально 3 минуты, просто зацените, да, это конечно офигенно. И столько скинов, это топ тема. Ну здесь как обычно, закинуть какой-нибудь прикольчик, типа давай сваливай и все на этом, да. Окей, ребята, в общем, как-то так, с вами был ММА, с вами был вот такой вот разборчик. Если вам ролик понравился, обязательно закидывайте лайки, подписывайтесь на канал, потому что всю годноту вы заранее увидите только здесь. В общем, всем удачи, ребята, и всем пока.